село Отрожка оно называлось. А потом вот эти промышленные предприятия стали строиться тут. Вот здесь. О, что случилось? Провалился. Провалился. Ни хрена себе. Как в Воронеже КамАЗы проваливаются. Да ты понимаешь, это же видишь, прямо на глазах ехал. Пипец вообще, я такого не видел ни разу. Там люк? Я присмотрел, короче, в люке что-то, ну как-то он... Это... Сука!啊，如果在啊，我就是要讨回公道啦。是啊。啊，抢劫！赶快，来不及。Вот и нет, слава богу.
чего он хочет? Поворачивай, поворачивай, уходи. Там пустой он, без водителя. Вон водитель бежит. Пиздец сейчас будет. Что, остановимся, посмотрим? Miare. Kaupe. Oh. Один из супругов из-за вредности просто не хочет идти в ЗАГС и официально расторгать отношения. Что тогда делать в этом случае тому супругу или супруге, который уже не может жить с этим человеком? Ну вот вопрос прям, знаете, с первого курса семейного права. Идти в суд, конечно, что еще поделать? А какие действия это... Знак вырезался. Знак вырезался. Знак вырезался.